Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мы очень часто расходились с парнем, так как часто ругались, он уходил к другим. Мы какой-то период не встречались, потом он снова возвращался, и так много раз. Недавно мы поняли, что у меня расстройство. Все наши конфликты возникали именно из-за этого. Он часто говорит, что вот мы встречаемся 1-3 месяца, все нормально, а потом опять это начинается. Может ли быть такое, что мой молодой человек каждый раз уходил именно от этого состояния конкретно, а приходил потом ко мне в нормальном состоянии, как его сейчас удержать? Может, есть какие-то психологические приемы? Мне очень нужна его поддержка. Я хочу пройти лечение и посмотреть, как будут выглядеть наши отношения, когда это состояние минимизировано, и мы все решаем сами. Очень обидно потратить 6 лет впустую. Очень хочу все наладить и быть здоровым. Как постараться его убедить остаться, поддержать меня? Кроме него у меня никого нет, и я уверен на все 100%, что люблю его по-настоящему, а не из-за этого состояния. Диагноз не я поняла, а он поставленный, поэтому я и задаю конкретный вопрос, мог ли человек уходить не от меня, а вот после этого состояния возвращаться ко мне, ибо утихало это на период какой-то, и все было хорошо. Ну, смотрите, в вашем тексте содержится несколько важных вещей. Во-первых, да, конечно, проявления диагноза, безусловно, могут отталкивать человека. И на самом деле он мог уходить не от вас, а от обострения, так я понимаю, вашего состояния. С другой стороны, сейчас, когда вы узнали, что у вас есть диагноз, когда молодой человек увидел, что вы больны, а если при этом он не хочет с вами оставаться, да, то есть если он не хочет с вами находиться, то это его выбор. И то, что вы говорите, как его удержать и так далее, это насилие. То, что вы говорите, как его убедить, это насилие. То, что вы любите его на 100%, может быть, и скорее всего, не из-за вашего состояния, а из-за того, что кроме него у вас никого нет. Из-за этого вы его любите. В том числе. То есть неизвестно, как бы вы восприняли его, ну, его действия, да, его поступки. Если бы кроме него у вас еще кто-то был. Поэтому я бы сказал, что дело не в состоянии, а в том, что кроме него у вас никого нет. Поэтому то, что вы говорите про поддержку, да, вы можете попросить его о поддержке, если она вам нужна. Но я думаю, если вы и можете просить его о поддержке, то только как друга, а не как вашего парня, потому что он может не хотеть быть вашим парнем. И это абсолютно нормально. То есть он может не хотеть больше быть вашим парнем. То есть мне кажется, что вы путаете человеческое отношение, взаимодействие, когда
Люди, ну, делают что-то друг для друга просто как хорошие знакомые, как друзья и, собственно, отношения. Да, разные вещи. И если вы мотивируетесь тем, что вам не хочется, значит, ну, вот, чтобы впустую потратили 6 лет, то, на мой взгляд, это весьма не очень хороший мотиватор для того, чтобы, ну, находиться, чтобы оставаться, если угодно, в отношениях, потому что быть в отношениях только из-за того, что, только для того, чтобы чтобы не потратил время впустую. Вот. Это, на мой взгляд, путь никуда. Вот. То есть как раз таки отношения — это больше про то, что я готов или готова ну, потратить время, я готов или готова потратить вот время на то, ну, на то, чтобы чтобы с тобой быть. Вот. То есть мне кажется, что у вас ну, как бы посыл изначально, вот посыл у вас, он такой не совсем верный и не совсем ну, не совсем корректный именно посыл. Именно мотив не очень хорош. Ну, вот. То, что вы хотите пройти лечение, это, безусловно, супер. Вы большая молодец, то, что хотите пройти лечение. Но то, что вы хотите удержать парня, это, в общем-то, его, скорее всего, будет только от вас отталкивать еще больше. Вот, потому что человек не, ну, человек не будет чувствовать себя в, ну, свободным. Человек не будет себя чувствовать свободным. И, в общем-то, чем больше вы у него будете ассоциироваться с какой-то несвободой, да, вот, тем больше ему будет хотеться от вас, ну, отдалиться, что естественно. Вот. Так что тут довольно, мне кажется, тонкая и деликатная тема. Вот. Я бы сказал, что меня несколько смущает то, что вы хотите воспользоваться какими-то приемами психологическими для того, чтобы человека удержать. Я бы сказал, что меня это смущает, потому что это ставит вопрос о том, как вы, ну, вот, к человеку относитесь, то есть как вы его видите. Да, это, ну, это, условно говоря, ставит вопрос так, что вы не готовы его отпустить. Вот. А если вы человека, ну, не готовы отпустить, если вы человека не готовы отпустить, это большая проблема. Это большая, серьезная проблема. Потому что при таком раскладе выстраивать отношения, ну, корректно, выстраивать отношения, ну, адекватно, при таком подходе говорить о естественности,
Наверное, нельзя, не получается. И в этом смысле, вот конкретно в этом смысле, говорить о любви, на мой взгляд, также неуместно. Потому что, ну, совершенно очевидно, да, что если вы человека стараетесь удерживать, то о любви речь не идет. Вот. А то, что вы описываете, вот когда, например, говорите «мы», да, и так далее, это возможное проявление слияния, вот, но поскольку в данном случае вашего диагноза, соответственно, я не знаю, вы его не написали, и как проявляется, вот, ну, как он проявляется, вы тоже не пишете. Поэтому, соответственно, тут может быть, ну, это может быть следствием. Самый лучший вариант, мне видится такой, что вы просите молодого человека, значит, вас поддержать. Вот, даете ему полную свободу, то есть пока вы проходите лечение, да, он свободен, может как бы, ну, делать вот все, что хочет, быть с тем, с кем захочет. Вот, то есть мне кажется, ну, справедливым. Ну, с точки зрения вот, ну, какой-то гуманности, да, с точки зрения вот каких-то, ну, человеческих, может быть, проявлений, да. В остальном просто есть ощущение, что если вы будете пытаться настаивать, вот, если вы будете пытаться давить, то просто вот, ну, ни к чему хорошему это не приведет. Вот. И вы на самом деле, ну, рискуете молодого человека потерять. Вот. Решать, конечно, вам, и только вы решаете, как поступать, но вот мне видится так. Еще, конечно, позитивным стимулом, вот, ну, в любом случае, позитивным стимулом было бы то, если бы вы, ну, как-то решили бы для себя лечиться, да, то есть если вот, ну, если вы, ну, выбираете лечиться, да, то вот, позитивным стимулом было бы то, если бы вы выбрали лечиться для себя, вот. Не для молодого человека, не для того, чтобы с ним, ну, с ним быть в отношениях. А именно вот для себя. То есть вот, что это вы хотите, ну, как-то вот улучшить, да, качество своей жизни, например. Это было бы лучше всего. Потому что так молодой человек не чувствовал бы, ну, какого-то бы давления на себя. Вот, потому что в этих ситуациях сложнее всего дается, сложнее всего переживается именно вот именно давление. Ну, то есть вот сложнее всего. Поэтому решать вам, ну, решать вам вне всякого сомнения, вот,
как поступать, как действовать, но мне видится с этой стороны. То есть мне видится это так, что вы просто очень сильно, ну, боитесь его потерять. Я не знаю таких историй, я не знаю таких отношений, где людям было бы хорошо вместе, где люди были бы счастливы, если, когда они боятся потерять. Ну, я имею в виду, вот, когда они боятся потерять кого-то. Боятся потерять, да, там, своего партнера, боятся потерять, там, ну, просто друга и так далее. Вот, когда это происходит, отношения сразу ухудшаются. Кроме того, вы ведь не знаете, как повлияет на вас лечение. Может быть такая история, и где-то около 60, ну, или около того, процентов людей, сталкиваясь с лечением, проходя психотерапию, вот, они меняются довольно сильно. И партнер, с которым они были, им вот в этом смысле, ну, становится не нужен. Вот. Такое бывает, вот, и вы в этом смысле, как мне кажется, вы не можете знать, как будут, ну, как будет вот складываться ваше восприятие мужчины. Вот. Поэтому это тоже нужно иметь в виду, и иметь в виду то, что ничего гарантировать, например, вы своему молодому человеку не можете. Понимаете? То есть, вот. И то, что вы говорите, что вот сейчас я его люблю там на 100%, да, а неизвестно, как это сложится, когда вы пройдете лечение. Вот. Как-то так, на этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.